Как известно, Рамазан – месяц, когда принято творить благие дела. В это время мусульмане спешат на помощь и оказывают материальную поддержку нуждающимся. Так сегодня члены одного общественного фонда помогли продуктами питания более 100 актюбинским семьям. Мира Жейналина живет на съемной квартире. Она мать 9 детей. Муж служит наемным рабочим. Она сама домохозяйка. Многодетная мать поблагодарила всех, кто принял участие в благотворительной акции, отметив, что помощь, предоставленная общественным фондом, очень важна для семьи. Вообще я родила 7 детей. 2 взяла под опеку. Они дети моей сестренки. Ее, к сожалению, сейчас нет с нами. Но детей я воспитываю как родных. Спасибо большое за оказанную помощь. Она всегда кстати. Особенно в такой месяц, как Рамазан. Пусть хранит Всевышний людей, которые занимаются благими делами. Общественный фонд имени Баубека Баба собрал около 1 000 000 тенге на благотворительность и приобрел 1 тонну продуктов питания. Сегодня совместно с сотрудниками мечети они оказали помощь 110 семьям. Я с уверенностью могу сказать, что такие мероприятия продолжатся и дальше. Организовано оно городской мечетью совместно с фондом Баубек Баба и Зекет. Наши представители выезжают на машинах по адресам, которыми получили мечети Нургасар. Сейчас будет наиб имам с нами, а также с мечети Дошан Хазрет, который находится в Жилянке. У нас на руках есть около 150 человек, 150 семей, список. Однако мы по практике знаем, у некоторых бывает телефоны меняются, адреса меняются. Можем и не находить, поэтому получили с запасом. Отметим, что всего с начала месяца Рамазан нуждающимся раздали 30 тонн продуктов. Владимир Федотов, Аманжолайт Магомбетов, телеканал Актобе.